ребята, текущий вечер, приехали, рядом возле Москвы есть хороший поселок, ищем дачу для нашего партнера одного, потом вы знаете, от кого, друзья мои, ищем дачу. Леночка, это ты у нас, да, командуешь парадом? Да, я команда. Друзья, вечером смотрим, ближе. Смотрим дачи. Дачи разные есть. Как вы думаете, можно ли купить дачу за 3 миллиона долларов? Как вы думаете? И, ходя на работу. А на работу будете ходить? Будете купить? Нереально. Так а вы что, как? Ну, а если хорошая работа в Москве? Нереально. Ну, просто, ну, 60 тысяч рублей в месяц. Это же это хорошая работа. Ну, лет 30 будешь копить. Друзья мои, а мы просматриваемся. Кто может что-то продает, участочек, понимаете, да? Вечером. Я Диму попросил, потом вы знаете, кто купит. Леночка, скажи, пожалуйста, вот ты живешь в Москве, да? Да. Вот на сегодняшний день ты тоже занимаешься этой темой, да? Почему? У тебя успешный бизнес, у тебя вообще, ну полный успех. Потому что здесь есть резидуальный доход. Он, друзья мои, знаете, что такое резидуальный доход? Да, садится. Резидуальный доход – это прикольная вещь. Когда уже практически нифига не делаешь, а деньги приходят. Понимаете, о чем? У многих есть, друзья мои, если у вас есть резидуальный доход, может, у вас там залежи нефти какой-то дома, да, у вас там участок большой, может, у вас там такие дачки такие, да, огромные, и вы там сдаете в аренду. Но если у вас нету ни того, ни второго, срочно звоните, запомните вот эту девушку. Елена Иноземцева. Скайп. Леночка, твой скайп? Быстро, а то батарейка сядет. Лена-Space. Лена-Space. И взлетаем все вместе. А мы полетели выбирать дома вечером, пока спят москвичи, смотрим, кто что продает. Когда купим, покажем, какой дом. Все.